Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Продолжаем играть Warcraft 3 Хаос какой-то там. Играем мы за нежить. Итак, мы королевство эльфов. Ну, блин, так получилось, что прошел. Ну, не так, как хотел, конечно. Я хотел маленько по-другому. Ну, как получилось, так получилось. Ладно. Теперь путь проклятых. У нас ключ трех лун. Давай, там трое врат надо открыть. У нас три врата. Зул Аман. Кстати, посмотрите, какой путь мы уже проделали, да? Уже хрен знает откуда-то. Сильвергара. Вот туда мы стремимся. Раздавило. Воротиной. Жестоко. Да, кстати, тут случайно нашел видео, что якобы профессионалы не берут книги, или может я уже рассказывал об этом, книги не подбирают. Я думаю, это глупо. Как не пользоваться тем, что у тебя есть? Отходим к лесу. Сначала книгами не пользуемся, потом кем юнитами. Ты прошел через эти врата, но следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Сильвергарда открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Ты зря теряешь время, женщина. Нельзя остановить неизбежное. Думаешь, я убегаю от тебя? Сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Ни хрена ты! Проклятая! Стреляешь! Девка. Мы должны перебраться через реку. Ой-ой-ой-ой, так. Ну-ка, давай. Ну что еще? Жизнь. Приветствуем тебя, рыцарь. Мы ждем твоего приказа. Блин. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Понятненько, так. Наконец-то! Где прольешь, моя исполнится. А вот вы давайте-ка. Полегче! В кучку. Да иду. Будете. Никто не смеет командой мне приказывать. Командой 2. Во славу плети! Вот так-то лучше. Давайте, вот паучки. Артес. Мы ничего не можем сделать с этими летучими Чего тварями. Бы? Нужно вот, видите, что-то придумать, пока они нас всех не спалили. Не бойтесь, ими займутся могильщики. Все. Чего желает? Теперь вы мой идите могильник. Сюда. Ой, это гребаное, да, собирать надо. Вспомнил. Я жажду служить. Не то. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Блин, пока здесь ни хрена не сделаться, ни хрена не сделать не сможем. Никто не смеет мне приказывать. Где твою мать? Какая муторная вот эта миссия. Во славу плети. Тут наконец-то. Дело в том, что Фростморн жаждет крови. Не получится так легко и просто вот все так-то получить. Лучше. Я ничего не боюсь. Так, в отряд 0. Ну что еще? Наконец-то. Время и вот сюда. Пришло. Чего? Ты меня пугаешь? Да стой. Говори, глупец. Что у нас там? Ага, тогда мы нахрен еще пока еще ничего не заработали. Чего? Ты меня пугаешь? Вот сюда. Все, улетай.
иначе. Напали. Твоя душа принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Блин. Хреноватенько. Полегче. Говори, глупец. Давай, живи. Никто не смеет мне приказывать. Блин. Постройка завершена. По-быстрому. За короля мертвых. Ты узнаешь, что такое боль. Полегче. Твоя душа принадлежит мне. Давай, давай. Ну что еще? Стой, хватай ее. Валить эту гадину. Наконец-то. Блин. Где прольется моя кровь? Жизнь за Нерзула. Да свершится пред... Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Хреначить и вот этих эльфов быстрее. Вот что, совсем уж, блин. Никто не смеет мне приказывать. Мертвые полегче. Ждут. Во славу плети. И не надейся на быструю смерть. Не-не-не-не. Я заставлю тебя страдать. А кто там бьет? Фростморн жаждет крови. Телегу мою ухайдокали. Наконец-то. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Вот это нам хоть немного облегчит сейчас задачу здесь. Чего желает мой повелитель? Твой повелитель желает армию. Исполню с радостью. Полегче. Во славу плети. Вот так-то лучше. И не надейся на быструю смерть. Так. Да хранит меня тьма. Во имя короля мертвых. Говори, склоняюсь так перед вашей волей. Да ё твою мать, где нам надо поставить их? Да, повелитель. Так, что нам надо? Еще. Двоих, по крайней мере. Чего желает мой повелитель? Трон. Трон. Ставим ваша трон. Ваша воля исполнится. Постройка завершена. Зиккурат. Нужно построить зиккурат. Ну, строится, строится. Я жажду служить. Да, повелитель. Нужна древесина. Ну вот, видите. Нужно построить зиккурат. Построится, блин. Постройка завершена. Нужно больше золота. Склоняю жизнь вашу за Нерзула. Ваша воля исполнится. Они ждут. Давай. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Живые наступают.
Бля. Где прольется моя кровь? Угу. Чего? На нас напали. Чего? Давай. Хренач. Не успел, блин. Не успел, не с той стороны поставил. Ну что еще? Нужно построить зиккурат. Опять. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн! Угу. Угу. Я жажду служить. Нужна древесина. Сколько? 50. Как в магазинчиках, что у нас? Блин, надо было сразу их вытаскивать. Сейчас ждем. Блин. Хреново. Еще и этих перебили, блин. Двоих, что ли, там. Постройте зиккурат. Да свершится предначертанное. Ну-ка, говори, давай сюда, нахуй. Полегче. Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. О, нет, ты-то давай как папа Карло. Выкашивай просто здесь все. Какова воля тени? Ты теперь не будешь относиться. Полегче. Подрывная бригада. Дирижабль. Нет, все не то. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Блин, муторно будет играть-то, конечно, сейчас. В этом плане. Постройка завершена. Или что, или давайте переиграем. Блин, так опять же там... Мы так вроде так-то расхреначили неплохо. Так, вот. Постройка завершена. Позволяет нам набрать этих трупоедов. Так, по дереву мы не можем. Где прольется моя кровь? Иди качай. Жизнь за Нерзула. Встали тут. Исполню с радостью. Ну что еще? Мертвые ждут. Трепещите, говори, леди. Полегче. На. Охренеть, вот так вот. Подошли. Ну что еще? Захреначили. Чего? Дерево давай тащи. Чего? Склоняюсь перед вашей волей. Я жажду служить. На кладбище не требуется древесина, смотрите-ка. Постройка завершена, да, повелитель. Давай. Требуется кладбище, это мы знаем. Ваша дальше, воля дальше, исполнится. Дальше. Не стой на месте. Так, мне нужен еще один человечек. Ой,
Подожди, а здесь у нас золотник-то где? Вот он. Блин, я уж думал, нету золотника. Дела не ждут. Выкашивать. С той стороны ничего не трогаем, чтоб они приземлиться не могли. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Исполню с радостью. Так, нас в сторону делать нечего, все равно мы тут летаем везде. Постройка завершена. Все так. Все так. Склоняюсь перед вашей волей. Так, что нам надо? Чертоги мертвых. Но у нас вроде все есть. Нужно больше золота. Чего желает мой повелитель? Ну, не понимаю. Кладбище, кладбище построено. Чертоги мертвых. Где у нас? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Надо этот развить. Нужно больше золота. Так. Нужно больше золота. Давай. Пока нормально идем. Ваш ход, спящий, полегче. Так. Я исследование завершено. Так, дерево побольше поди надо, да, будет? Ну, дерево тут пусть выкашивает пока все. Мне надо не дерево. Мне надо кое-что другое. Мне надо катапульты нахрен, чтобы издалека гнать. Завершена. Живые наступают. Я жду. Говори, глупец. Вызвали меня. Давай. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. За короля мертвых. Вот что и требовалось доказать. Полегче. Я жду. Никто не смеет мне приказывать. Исследование завершено. Давай. Говори, глупец. Не прольется моя кровь. Ваша воля исполнится. Вот здесь будем хреначить. Надеюсь, они туда не подведут их. Постройка завершена. Ну и вот оно, собственно, то, чего мы дожидались. Как, блин. Исполню с радостью. Полегче. Ваш ход. Чего желает мой повелитель? Желаю, чтобы ваша ты пока воля здесь исполнится. Был. Надо построить. Пусть будет. Исполню с радостью. Постройка завершена. Ну, сейчас, подожди. Постройка завершена. Вызвали меня. Да, повелитель. Так. Ждем. Где прольется моя кровь? Ты пока сюда иди. Потом этот лес выкосят. Даже не знаю, вот сюда что ли тебя еще одну поставить?
Давай-ка вот сюда, всякий случай, я поставлю одну. Ваша воля исполнится. Постройка завершена. Да не та постройка-то. Да свершится предначертанное. Блин, там постройка уже завершена. И денежек-то мало. Нужно больше золота. Ну давай, хотя бы две. Ох, хохошенький хохот, такая. Да, там постройка завершена. Убил нахрен всех этих дровосеков. С другой стороны, сразу там место зачистил. О, что требовалось заказать? Где они там? Пока вроде. Ну-ка, дотянется. Постройка завершена. Не, не дотягивается. А нет, смотрите-ка, дотянулись. Вызвали меня. Вот так вот. Как я предусмотрел. Я жажду служить. Еще вот такую не размещается. Так. Нужно больше золота. Ничего. Тут доделываться можно. Сейчас в атаку пойдем. Стройка завершена. Мясников, скелетов. Повышенная защита горгулий и ледяных. Так. Нужно больше. Ну, ладно, золота. Ладно. Нужно больше золота. Так, древесины-то мне пока хватает. Вот тут, если выкосить, вообще поставить нахер. Вот, блин. И будет 3. Где у нас дирижабли? Приступаем. Время пришло. Говори, глупец. Ну-ка, давай вот так вот. Исследование завершено. Сюда, на безопасное расстояние. Высаживайте их нахрен. И обратно отлетаем. Исследование завершено. Вот в этом и муторность состоит, так скажем. Полегче. Я жду. Ну что еще? А вы отряд? Да, иду. Два. Чего? Будете. Угу. Полегче. Опа. Итак. Давай. Исследование завершено. Еще? Лунный кристалл. Так, здесь он у меня все. Тьма зовет меня. Надо еще. Ну, пока нормально выкашивают. Там, где надо. Ну что еще? Этот лунный кристалл. Часть ключа трех лун. Ну, я уже понял. Ты должен найти еще 2 таких кристалла, чтобы открыть эльфийские врата. Оп. Потихонечку, помаленечку.
Какова воля тени? Да хранит меня тьма. Чего? Вот сюда, высаживай их. Полный вперед! Ну что еще? Угу. Исследование завершено. Чего? Никто не смеет мне приказывать. Чего? Ну да. Вот так. Угу. Опа. Живые наступают. Угу. Ну что еще? Давай. Полегче. Ой. Так. Угу. Вот так вот, вот выманили мы его. Хренак тебе. Ну что еще? Чего? Ну, вроде все нормально, пока движемся. Давай, улетай. Исследование завершено тебе. Во имя короля мертвых. Угу. Так. Угу. Какова воля тени? Никто не смеет мне приказывать. Давай. И не надейся на быструю смерть. Кто тут есть? Так. Боюсь даже предположить, куда ты меня может занести. Полегче. Ага. Вот так-то лучше. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Где ты без денег? Давай, ладно, уж одного закажем. Большая армия мне пока не нужна, чтоб не разрастаться. Дела не ждут. Угу. Ну, пойдем, посмотрим, куда тебя занесет. Ну что еще? Давай. На нас напали. Как ты высадились-то вы здесь? Исследование завершено. Где прольется моя кровь? Все-таки не зря я так все подстраховал. Никто не смеет мне приказывать. Пробудился. На нас напали. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль. Опа. Никто не смеет мне приказывать. Блин, давай. Во славу плети. Кто там? И не надейся на быструю смерть. Забудился. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль.
Вот так-то лучше. Исследование. Иначе побыстрее. Прошу вас, побыстрее. Ну что еще? Наконец-то! Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Полегче. На. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Ничего. Мы это предвидели. Я жажду служить. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Так. Конечно, понял, куда он денется. Ну что еще? Ну-ка, давайте сохраним. Не-не-не-не-не. Сохранить на вот так. Говори, глупец. Даже не знаю, кто там есть. Полегче. Целебное зелье. Мне надо целебное зелье, пока нет. Не надейся на быструю смерть. Говори, глупец. А чё ты побежал-то? Фростморн жаждет крови. За короля мёртвых. Да. Во славу плети. Вот так вот. Никто не смеет мне приказывать. Так, теперь я жажду служить. Да свершится предначертанное. Сколько? 20 тысяч, неплохо. Жизнь за Нерзула. О. Так, так, так. Где? Да нет. Вот сюда. На лишнее-то не будем уж растрачиваться. Вы звали меня. Да иду. Ну-ка вот здесь вот протопчите тропиночку. Ну-ка давай. Золотой рудник обрушился. Ничего, я уже подготовился. Чего желает мой повелитель? Вот сюда. Чего? Живые наступают. Я жажду служить. Ой, где у меня? Жизнь за Нерзула. Да иду. Давай. Постройка завершена. Все хреначьте его. Склоняюсь перед вашей волей. Ты меня пугаешь? Чего? Понял.
Так, теперь мне нужны еще послушники. Жизнь за Нерзула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дела не ждут. Дела-то не ждут. Я знаю, у меня тоже не ждут. Что теперь? Угу. Да иду. Постройка завершена. Дела не ждут. Давай. Чего желает мой повелитель? А, подожди, один-то стой. Нужно больше золота. Ох, а куда мне все золото-то делось? У меня что? Нужно больше золота. В ноль уходил. Ваша воля исполнится. А, я же этих заказал. Чего? Все? Жизнь за Нерзула. Нужно больше золота. Давай. Дела не ждут. Да, повелитель. Говори, глупец. Дела не ждут. Фростморн жаждет крови. Так. Живые наступают. На. Ну что еще? Постройка завершена. Говори, глупец. Немножко сейчас вас расхреначим. Живые наступают. Постройка завершена. Что с вами? Сами все понятно. Склоняюсь перед вашей волей. Пробудился. Только подожди. Как я и хотел сначала вот эту еще построить. На нас напали. Чего желает мой повелитель? Нужно больше золота. Да ё-моё. Я жажду служить вашей волей. Да, повелитель. Ты меня пугаешь? Спящий пробудился. Я жажду служить. Нужно больше золота. Давай. Хренач. Постройка завершена. Где прольется моя кровь? Так. Что, этот берег мы очистили? Постройка завершена. Еще там кого-то зацепили. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Да свершится предначерт. Склоняюсь. Чего желает мой повелитель? Нужно больше золота. Да, повелитель. Давай. Ну что еще? Полегче. И не надейся на быструю смерть. Никто не смеет мне приказывать. На. Давай. Полегче. Вот так-то лучше. Тихо. Птички нахрен. Никто не смеет мне приказывать. Никаких лечебных заклинаний. Стройка завершена. Говори, глупец. Наконец-то. Получи. Постройка завершена. Вот расходы сбавились.
Чего мы и добивались, собственно говоря. Ну что говоря. Еще? Полегче. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. Блин, ни хрена ты, ну-ка. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Фростморн! Во славу плети! Ладно. Фростморн жаждет крови. Отступим. Никто не смеет мне приказывать. Давай, вот. Обезопасим вот этот уголок себе. И нам надо катапульты. Так. Угу. Все, это можно загружать. Чего-чего-чего? На нас напали. Полный вперед. Все, выгружаем. Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Так. На нас напали. Ну что еще? Где мы? Полегче. Так, это будет никто у нас... Никто не смеет мне приказывать. Два. Наконец-то! Постройка завершена. Вот так-то лучше. На. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Сейчас мы тебя выхлестнем. Постройка завершена. Полегче. Ты узнаешь, что такое бой. Постройка завершена. Говори, глупец. Блин, он и эту хреначит. Наконец-то. Ну что еще? Давай, 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 давай. Говори, глупец. Жизнь за Нерзула. Так, тинг-тинг. Блин. Где прольется моя кровь? Ладно, мне это... Никто не смеет мне приказывать. И не надеяться на быструю смерть. Говори, глупец. Фростморн! Ах вы, дурочки, мя! Постройка завершена. Пушку валите, пушку. Давай, давай, давай. Вот так. Никто не смеет мне приказывать. Вы пока здесь добивайте, что осталось. Говори, глупец. Охренеть. Во славу плети. Дебил, что ли? Так, ладно, охраняем пока. Сколько загрузится? Чего, вау, чего, все. Чего? Неплохо, ладно, пойдем выгружать тогда. Так, деньги у нас есть, видите, блин. Вроде было отчаянное положение, сейчас уже и деньги он косарь. Давай. На нас напали. Ничего страшного.
кидайте им люлей. Еще кто-то высаживаться успевает. Так, это у нас вот так вот. Постройка завершена. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. А, ты не можешь взять. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Так. Второй кристалл наш. Славу плети. Подожди. Говори, глупец. Я заставлю тебя страдать. Нет, у нас что тут? Надо сначала расхренакать. Так. Еще один рудник у нас. Делаем вид, якобы нам не видно. Так, а что он? Нет, там ничего нету. Надо действительно в то пятно залазить. Ну-ка, иди-ка сюда. Ты меня пугаешь? Ничего тебя пугать-то, вот сюда. Лети. Сейчас посмотрим. Кто ты и что ты? Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Полный вперед! Полный вперед! Так, а смогу ли я достать отсюда катапультами? Сейчас посмотрим. Никто не смеет мне приказывать. Нет, не смогу. Постройка завершена. Стой. Давай-ка. Ты меня пугаешь? Кто куда телепортировался? Врата. Первые врата. Я жду. Приступаем. Говори, глупец. Так. Давай. Вот сейчас мясо-то будет. Чего? Понял. Чего? Давай. Ну что еще? За короля мертвые. Куда вы нахрен? Не
Никто не смеет мне приказывать. На нас напали. Давай, вот сюда пока. Полегче. Ну что еще? И не надейся на быструю смерть. Так, пока все идет нормально. Наконец-то. Быстренько, по-быстрому. Ой-ой-ой. Говори, глупец. Во славу, блядь. Не-не-не, вот ловите, ловите этого петуха. Нет? Нет еще? Еще кто-то остался? Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. За короля мертвых! Говори, глупец. Давай, сейчас всех перережу тут. Никто не спасется. В мясо все превращу тут. Никто не смеет мне приказывать. Опа, опа. Полегче. Я не могу взять это. Наконец-то. Я не могу взять это. Все взял. Наконец-то. Третий кристалл. Нам удалось собрать ключ трех лун. Это... Что у меня там? Ой, где это мы сейчас высадимся? Говори, глупец. Чего? Давай, ползи. Ну, сейчас тоже все должны поместиться. В дирижабль-то. Так, это что у нас? Ни хрена, ты куда ушел уже? Что, все деревья вырубили? Ну, труби. Полегче. Опа. Опа. И уже потом только ты. Ты меня пугаешь? Понял. Вызвали меня. Давай. Никто не смеет мне приказывать. Во славу, блядь! Еще, блин, заклинание тебе расхренакиваешь. Полегче. Издеваешься, что ли? Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Давай, давай, давай. Ну что еще? Наконец-то! Чего? Лети сюда. Угу.
Чего? Какой трудолюбивый малый. Сюда. Приступаем. Угу. Ты меня пугаешь? Я жду. Полегче. Давай, полегче, так полегче. Говори, глупец. Во славу плети. На. Чего? Чего? Все сюда. Полегче. Наконец-то. Ну вот и все. Открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, эльфийские земли будут нашими. Будьте вы прокляты, твари! Что же нужно, чтобы остановить вас? А что нам надо? Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Хотя что, нервуешь весь? Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока!